Всем привет, дорогие друзья, с вами Шевелю, мы играем Гладиаторы, что-то там, симулятор Рима, что ли. Короче, мы бежим, не знаю, я полуголый, нужно найти выживших, и тут будет засада. Что произошло? Солдаты не хотели похитить меня, я пытался сбежать, ну, короче, его убили, все, теперь будем их бить кулаками. Вон они, гладиаторы, вон. Та-та-та-та-на. Ух ты, нифига себе, нафигарил я как. А как подобрать? О. Слушай, а это не что-то по типу Last Day on It? Так, засад дезертиров. Чё там взять всё? О, дубина. Сейчас будет. О, у меня дубина. Ну всё, можно дубины их мутузить. Да, это походу... Как Last Day on It, потому что, видите, камень собрать, да? Или что-то такое, только здесь будут гладиаторы. Хуя, чё? А, чё ты своим камнем, а, достал? Так, вот, гляньте на этого, какой крепкий. Сейчас мы его зафидарим, давай. Надо этих убить сначала. О, ой, да, они вообще язычные. Взять все, о, шляпа, она сразу автоматически, смотри-ка, одевается. Так, что тут? Взять еду, пожрать. О, это энергию дает. О, заяц тоже надо взять. Топор и кирка, все ясно, короче, что это у нас за игра. Лагерь работорговцев надо, короче, мутузить этих. Да. Ну, кстати, мне нравится вот именно физика ихняя. Давай-ка. Иди сюда, ну. Бамс. Так, взять малое зелье. Так, погнали. На. Ой, что-то дезертир упал. Короче, нужно починить мост. Так, а как его починить? Ладно, там по-любому надо взять что-то типа... Даже у нас есть зелье. Что-то... А, вот, да. Найти материалы. Ух, ясно, короче, все. Вырубить лес, добыть камень, как обычно. Так, все, угарно. Так, еще медленно все. Лучше вот так собрать камень. Жаль, что-то дрова так не валяются. Странно очень даже. Так, сколько там надо? Я что-то даже не посмотрел. Еще один. Блин, это дерево даже, в принципе, долбится дольше. Обычные, хотя там по-любому. О, гриб, взять гриб, все, побежали. Так, можно скорее всего починить все. Давайте попробуем починить. Короче, коснитесь, удержите кнопку создать. А хотя смотри-ка, здесь даже визуализация постройки есть. Но это может миссия только. Чё? Ты чё, лучник, а? Взять все. В принципе, я сейчас могу восстановиться по-любому какой-нибудь. Вон внизу уровень сейчас создаться, и у меня все восстановится. Вон всякие зелье малые. Господин, молю, не отдавайте нас. Что за беззаконие? Так, ладно, давай. Сейчас, короче, будет жарко. Ой, дай посмотрим. Подожди. Ой, бабосики. Короче, жара. Сейчас камнем в нее кину. Беззаконие. Давай, беззаконие. Сейчас будем... Смотри, супер удар у них. Странно вообще.
Давай, сейчас по-любому уровень будет. Так, взять. О, уже одетый почти, а то голый бегает. Так, что мы еще сожрем что-нибудь? Должен отдать тебе должен. Ты умелый воин. Жаль, что сейчас ты умрешь. Или что там? Засада, что у нас сделалось? А, разрубить. Хавай, сразу огонь пропал. Три раза стукнул. И огонь пропал. Гладиаторс. Ну давай. Хо-хо. Блин. Умелый малый. Уже дубинку, мне кажется, сейчас уже все. Юлий. Ох, он тяжело ранен. Надо что-то остановить кровь. Что надо сделать? На помощь. Чтобы остановить кровь, нужно сходить на помощь кому до звезды, да? Это очень хорошее решение. Ох ты, ё-моё. Давай. Давай, 400. Ну ладно, одно выпьем, а то что-то совсем худо становится. Чистые тряпки. Эти можно установить, короче. А, остановить, восстановить. Ой, дубинку. Что, дубинку уже все? Давай поменяем. Надеть. А эту. Может, улучшить ее? Можно вот эту было, дубинку. Как-то. А как ее улучшить? Ой-ой. Понятно. Здесь еще можно улучшать дубинки. Так, а что? Нужно. А что такое бинт? Найти материал еще. Так, сделать повязку Юль. Так, чтобы найти материал, мне надо срезать какой-нибудь шматок, да? Угу, давай посмотрим, что здесь. Угу. Так, надо собрать, скорее всего. Там же что у нас получается? Это у нас какая-то полынь. Ой, найти материал. А, вон написано. Оп, где еще? Ткань, давай-ка еще. Ой, бля, ты озабал. Так, давай-ка еще. Ой, бля, а что такое там? Сейчас прорубим. Хо, че? Со здоровьем само не устанавливается, да? Че плохо? Жалко. Было бы вообще круто. О, восстанови. А, смотри-ка, здоровье. Даже с уровнем здоровья, только энергия восстанавливается. Чё там кирка? Сломан. Снять. Всё улучшить. Чё там? Прочность 100-150. Интересно, если я улучшу, то она восстановится? Вот вонючка. А что ж тогда делать? А можно создать что-нибудь, нет? Как обычно. Ну ладно ж. Фиг с ним. Давай надеть, фиг с ним. Этот можно выкидывать. А это, получается, выкинуть нельзя. А вот в чем вопрос. Сейчас будет, короче, такая фигня, что типа. Угу. Типа, чтобы починить, нужно построить кузницу. И в кузнице, короче, все это дело создать. Да, все, надо это восстановить. На помощь. Я сразу две миссии выполнил. Давай. Я мертв, ты тоже думаешь, шутин, я ранен просто. И, короче, надо тебя там утохать. Подумаю. Нет? Сломанное это. А где колесо найти материала? Так, что у нас тут? Ча. Опа, выпить. Так, что там еще? Где там материал еще? О, почти добежал. А, вон оно. Ха! Я думал, это осел из Шрек. Заяц какой-то. Так, заяц. Хра! Давай. Шкура зайца. Все нормально. Там уперся в этот. Столб. Не в столб, а в засаду. Так, ну на, давай чиним тебе повозку.
Та-дам! Да, его еще вести надо. Куда он за яйца, что привязал? А куда надо идти? А. Пери-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. О, а, ну все, другую локацию, короче. Сам бегать не может. Ну, ты пожарный, что-то это. Спроси позже. Первые шаги. Что такое? О, коммунизм все. Ой, починить. Во! Как раз вот здесь чинится все. А то вот замучусь. Так, что там надо? Построить. Построить зиккурат. Ну, смотри, это получается. У, строительство отнимает много сил. Надо подкрепиться. Ну давай. Опустить. Давай. Да в смысле? Я же, у меня же есть этот. Что, у меня же. Что там дальше надо? Поговорить с Юлием. Теперь я спасен немедленно. Боги, что блокирует доступ к заданию, следовать по дороге. Короче, это походу локация моя. А здесь вот типа я из локации выхожу, нет? И будет карта, которая. Хочу дойти до карты, где она будет нарисована в локации рядом. Снова в погоне следовать по дороге. Давай. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так, на помощь. Что там надо? Ладно, фиг с ним, с этими материалами. Давай добудем уже все материалы. Блин, как долго ты топором возишься? Давай. Так. Чан. Чан. А, вот, тут и оказывается торговец там. Нифига себе он спрятался. И размяться и помочь нам в том, что. В чем? В чем здесь помочь? Короче, не знаю, они час будет, целые сутки будут. Так, не служил, правитель скажет, тебе надо помощь. Зеленая дробина. Поговорить с Гальцигом. Все за Гальцем. Так, если нужно время, тут можно поджечь караван с сокровищами. Караван дезертиров. Хо-хо. А, чадан, 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 чадан. Забираем грибочки. Грибочки. С грибочками будет нормально. Так, что здесь по-любому где-нибудь. Задание. Что, мы еще что-то выполнили? Ладно, потом. Здесь же есть чем? Ну, пусть автоматическое, а если авто? Блин, авто тоже нет. Ой, ты что, говно, кирка? Так, давай, побежали. Враги патрулируют эту территорию. Ух ты, сколько тут человек. Ё-моё. А, кстати, у меня как-то восстановился она. Это я в лагере побыл. Ух ты, сколько их тут. Вообще миллион. Давай, сейчас мы как зафигарим вас всех. Надо, короче, я не туда зашел, короче, получается. На чужую территорию, но я их отфигачу дубинки. Давай. Потом всех до единого. Дубинный предмет сломан. Так, короче, ладно, ребят. Надо скоммуницировать у вас все. Так. Сумка. Так, так, ребят, ребят, тут вообще нормально. Сейчас, сейчас, сейчас с вами разберусь. Плата за проход. Взять, что у нас тут? Взять копье, ух ты. Нифига себе копье надеть, конечно. Чем эти дубинки повыкидывать? Конечно, нафиг они нужны. Эти дубинки. Мое копье есть. Так, а куда?
Какую плату за проход? Ё-моё, надо с той стороны, что ли? Или чё? Ладно. Блин, опять что-то не туда. И карты что-то не вижу. Чтобы хотя бы как-то понять. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Блин, я так и знал, что я не в ту сторону бегу. Точнее, догадывался. Давай, 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 беги, 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 беги. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Пам-парам-па-пам-пам-па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 
Короче, мне здесь что-то можно купить или найти, чтобы он заработал, да? Ну, я так и понял, что типа здесь задание выполнять. Ну, только я не пойму. Лучше. В принципе, здесь как выполнение заданий. Может, даже как... Ладно, ребят, на этом все. С вами был Шевелев. До новых встреч. Пока.